Атмосферные вечера, наполненные музыкой и общением. Такой вид досуга в Нефтеюганске набирает популярность. В кластере «Наше место» выступают не профессиональные артисты, а обычные нефтеюганцы. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. Много людей просто сидят дома, играют на гитарах, но им хочется где-нибудь приютить свой талант, где-нибудь побыть, поиграть. И вот через знакомых, через друзей, через соцсети находили тех, кто увлекается музыкой, и находили вот самородки, талантище, которые даже выступали, занимали места. Ария, Звери, Нирвана – эти и многие другие поистине легендарные имена в мире рока не раз прозвучали на сцене. Пытаемся с ребятами, с друзьями определить границы рока и понимаем, что он настолько распространен и просто уже очень глубоко проник в нашу жизнь, что очень много популярных песен – это как раз-таки роковые песни, которые будут как раз-таки сегодня исполняться. В нашей стране первые рок-группы появились в 60-х, а расцвет этого музыкального жанра пришелся на 80-е и 90-е годы. Каждый пришел сюда в первую очередь за атмосферой. И каждый, наверное, вернулся не только, наверное, в подростковый период, там, в юность, да, или еще куда-то, а каждый вернулся в что-то такое, ну, вот, что вот вроде вот сейчас поймаешь и поймешь, что это, но еще пока не можешь уловить. И, возможно, поймаешь уже тогда, когда придешь домой, и подумаешь, да, ради этого я сюда пришел и обязательно приду еще раз. Солнце мое, взгляни на меня. Для полного погружения в атмосферу зрители заранее предупредили о дресс-коде и призе на лучшее воплощение. Дресс-код. Нам пришлось постараться, потому что внешний вид должен был соответствовать теме. Квартирник невероятный. Русский рок – это вообще то, что мы любим. Мы сегодня здесь с друзьями. Часть друзей наших не попала, к сожалению, на квартирник, потому что ограничено количество. Атмосфера вообще душевная, мы все подпеваем. Это классно, прям нам очень нравится. В кластере квартирники устраивают ежемесячно и, главное, бесплатно. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо постоянно следить за афишей в социальных сетях.